короче, дело такое, мешают мне видео записывать, да? Там стройка в районе, да, в этом, который я хотел показать, но он такой радостный, да, счастливый. Я там покажу, я как приезжаю в него, всегда солнечно и тепло, да? Даже зимой солнечно и тепло каждый раз. И вот в этом парке, который к нему относится, небольшой такой парк, можно 2 минуты пройти. Если быстрым шагом, за 2 минуты пройдешь с одной стороны на другую. В любую сторону, с любой стороны для другой стороны. Вот. Ну, радостное тут место, да? Такое прикольненькое. Там я покажу потом, да, тоже вообще. Еще ветер задувает, там эти дома стоят. Правда, они красивые, какие-то квадратные коробки вот эти. Новые, реновационные. Просто вместо гаражей реновационные коробки такие ставят. Смотрите, какая лавка. И все. При этом даже в этом парке дорожки не доделали. То есть была, наверное, идея их сделать, да, вот тут. Асфальтом, то есть накидать или еще какой-то хрени. Но не доделал, зато турнички есть. Можно Россиюшку с колен поднимать. Вот смотрите, но они какие-то детские. Детские, я даже на их опираться не хочу. Вот это. Вот это выше, чем надо, а это ниже, чем надо. Че хочешь, делай. Хоть зачеши, да? Так, мне похоже вот по вот этой дорожке. Потому что мне так хочется. Я сказал, мне по этой дорожке. Вот. И там должна быть плита поваленная. Угу. Только фиг так там она поваленная теперь. Тут что-то восстановили все, все заборы закрыли. Следят. Сидят и следят, да. Не хотят меня пустить, чтобы мне на заброшенную стройку попасть, да. Типа того, гаражики какие-то. Теперь. Или нет, или вот. Ух ты. Ротвейлер Вилли. Нифига себе, какая похоронена-то как. Прям по-христиански. Жил 3 года, правда. Здесь 93-го года по 96-й, но смотрите, какая офигенная, да? Да, тут уже ничего нет. Сравняли все с землей, короче. Перспективненько действует, оперативненько. Я прям не ожидал. Интересно, а дальше что там поле осталось? Вот, кстати, реновационные новостройки, что я вам покажу. Вон они, видите? Там в самом далеке вот эти белые квадраты, да? Их целый микрорайон, этих квадратов. Но они не такие уж высокие, но кажутся за счет невысоких, кстати, потолков. А на самом деле они офигеть какие. Там квартир, наверное. О, дикий кот лазит. Такое не видно отсюда. Или крыса большая. Тут не понять еще пока. Но из крыс, но очень большая. Вот. Такие, короче, дела. О, Каширское шоссе. Как-то оно прям близко. Каширское шоссе. Я думал, тут побольше. Тут, похоже, вот это все... Забор-то сдвинули вот этот, да? Где стройка была. Вот разлом-то был. Забор сдвинули, и мест тут теперь поменьше, потому что это вообще жопа какая-то мелкая. Я думаю, дофига тут у Каширского шоссе. Че есть? Нихера. Только пососать может, да? И все. У негра, и все. Или у узбека. О. А так... Ладно, идем там, короче, поле.
поле-то должно остаться. Сейчас выйдем на границу. Там был пруд, да, и поле. Не сильно большое, но не сильно маленькое. А жить можно, в общем-то, на таком поле. И не сдохнуть даже. Есть там что? А нет, все. Во, где был пруд, похоже, склад. Вот это вот склад. Все. Я прям вижу издалека. Написано, что склад. Качели какие-то брошены. Чего же вы ценным металлами-то разбрасываете, господа? Ценным металлами разбрасывают, с кордоном. У нас это все ищут, у нас вот эти качели, всякие вещи, это ищут. Ищут, найти не могут. А тут вы разбрасываетесь. Да. Тут все переработано. Ну тут было чисто поле вот здесь, да? Вот там был пруд, где теперь это насыпь. Вместо пруда теперь насыпь. И там какая-то новая магистраль, развязка. Вот этот хорошо выглядящий район. Ветер запись запорит, ну да ладно. Смотрите. Великолепно же. А на видеоискателе пустота почему-то. Я прямо не знаю вообще. Вроде все правильно, а темно. Ну ничего, видали панораму, хватит с вас.